И очень тронут вниманием, мне, откровенно говоря, это большой-большой для меня, как говорится, праздник, и я вспоминаю всю свою пройденную жизнь. А жизнь была насыщенная. Великая Отечественная война, 45 лет службы на Тихоокеанском флоте, полковник морской авиации. Вице-президент областной торгово-промышленной палаты Игорь Шаповалов навестил ветеранов в преддверии Дня военно-морского флота. Подарил фуражку и фотографии семьи и родителей Буинцевых, которые были распечатаны и оформлены специально к этому дню. Лучший подарок, говорит ветеран. Михаил Алексеевич. Это. Бригадный комиссар, который ушел на фронт бригадным комиссаром. Так. Погиб в трудные годы Отечественной войны. В 1942 году юго-западное направление. Большое там было неудача войск. Информацию о родителях по крупицам собирали в архивах. И теперь она будет храниться в книге памяти музея парка «Патриот». И сейчас эту информацию будет вносим в общую базу. Угу. Которые у нас есть сегодня в электронном виде. Какие ордена были награждены и за что. Полностью выдержки из приказов, приказы. Так что вот у вас если, для вашего личного домашнего семейного архива. Про эти самые награды отца, на памяти он сказал, что у него 6 орденов от Советского Союза и где-то, может быть, 4, а может быть, 3 иностранных. Подвиги героев своего отечества нельзя забывать, уверен Виктор Лаврентьевич. Память о них должно хранить подрастающее поколение. Самое главное, чтобы связь молодых людей и старших поколений, она была неразрывна, была всегда с нами. И память о тех, кто отдал жизни, это, память должна быть вечной. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».